Скажи мне два главных слова. Лига чемпионов. Казанская «Динамо» Акбарс готовится к старту в главном турнире Старого Света. Настроение рабочее. Желание побеждать на месте. На прошлой неделе команда Ришата Гелизутдинова совершила первый заграничный вояж в сезоне и в гостях обыграла минчанку со счетом 3-0. Хорошо съездили в Минск, привезли 3 очка. Хорошо, благоприятно, благополучно нас встретили, хорошо разместили, хороший зал. Там были зрители тоже, что уже настраивает на боевой лад, на игровой, и поэтому все прошло хорошо. Хорошо, туда-обратно. Все очень быстро. После победы у наших девушек было время прийти в себя и спокойно подготовиться к предстоящему матчу. Серия из 4 побед добавляет позитивного настроя команде, хотя сами девушки признаются, впереди еще очень много работы. Но Лига чемпионов всегда добавляет эмоций и мотивации. Сейчас будет очень тяжелая игра, и вот тут как раз-таки много нюансов, может как раз выйти наружу. Увидим, посмотрим, где нам стоит что доработать, а где у нас уже хорошая будет взаимосвязь. Максимально важный, такого уровня в России нет. Тем более в том году он был немножечко в другом формате, это было группой. Я думаю, что формат, когда у тебя одна игра дома, одна на выезде, более благоприятный, удобный. Вот. Есть время на исправление ошибок, чем когда это туром проходит 4 игры подряд. Поэтому, я думаю, будет хорошо, сильно, интересно и красиво. 25 ноября в 19:00 по московскому времени «Динамо Акбарс» ждет проверка одним из грандов турецкого волейбола стамбульским «Фенербахче», который в этом сезоне ставит себе самые высокие цели. Да и вы прекрасно знаете, кем турчанки усилили свой состав. Хорошая группа. Очень хорошая группа. Посмотрим результат. Это лучшие команды каждой своей страны, поэтому не бывает проходных матчей, тебе нужно цепляться за каждое очко, и это всегда важно, всегда нужно, и это Лига чемпионов. Воля случая, переплетение судьбы, называйте как хотите, но именно Фенербахче стал соперником казанского «Динамо» на групповом этапе после того, как летом туда перешла юная звездочка российского волейбола Арина Федоровцева. Все мы прекрасно помним яркий прошлый сезон в исполнении доигровщицы в составе «Динамо Акбарс». Арина стала лучшей по среднему количеству эйсов за сет, а 49% в атаке – лучший результат среди крайних нападающих женской суперлиги. Все равно волейбол такой вид спорта, что ты не можешь, тебе может не хватить справиться только с одним человеком. Вот. Поэтому будем стараться разрушать общую игру, то есть и на каких-то своих характерах волевых. То есть, ну, вдруг там она будет волноваться, что против нас выходит, но там сама там. Ну, нет, посмотрим, как это будет уже, потому что загадывать заранее никогда не получается. Это все равно очень редко сбывается, поэтому будем работать уже на месте. Последние серьезные успехи Фенербахче датированы 2017 годом, когда желто-синие выиграли чемпионат и Кубок Турции. Хотя в их музее есть и Кубок клубного чемпионата мира, Лига чемпионов и Кубок ЕКВ, завоеванные в начале 10-х годов. В прошлом сезоне Фенер в финале чемпионата проиграл серию ВКФ-банку 0-3 и уступил в полуфинале Кубка Экзо-Чебоши. Правда, в этом сезоне дела у команды Терзича идут хорошо. Лишь одно поражение в 10 матчах чемпионата и уверенное лидерство. Посмотрели, вообще очень слаженная команда, они хорошо проводят свой чемпионат, сыгранные, очень уверенные в себе. Тоже там 2 наших девчонки российских, которые хорошо себя показывают, зарекомендовали себя в составе. Опытная связка, которая тоже из них делает хороших нападающих из всех. То есть каждый отвечает у всех по своей роли, каждый отвечает за свой кусочек. И из-за этого они хорошую игру показывают в чемпионате. Встреча турецкого Фенербахче и казанского «Динамо Акбарс» пройдет в Стамбуле 25 ноября в 19 часов по московскому времени. А поболеть за наших девушек вы сможете, включив прямую трансляцию на телеканале «Матч-Арена».